Компания Bestech Engineering находится в Ростове-на-Дону, организована в 2008 году. Занимаемся поставками технологического оборудования для пищевых предприятий. Уже как два года, с 2015 года, сами выпускаем консервное оборудование. Оп. На примере этого, это аппарат стерилизации, ошпаривания паром перед наполнением продукта в нее. Вот делаем такое оборудование, которое ничем не уступает европейским аналогам, скажем так. Наряду с консервными линиями поставляем оборудование для переработки мяса, переработки овощей, плодов, ягод. Сотрудничаем плотно с фирмами, производителями оборудования из Италии, Словении, Турции, Польши, Болгарии. Также у нас Украины в том числе.